Сегодня хочу поделиться рецептом, как вкусно приготовить ребрышки без духовки в медово-соевом соусе. Готовится очень просто, быстро, получается потрясающе вкусно. В первую очередь натираем ребрышки солью и перцем с двух сторон. И приступаем к обжариванию. Обжариваем ребрышки на сильном огне до румяной корочки. Готово. Снимаем их с огня. Теперь в кастрюлю наливаем соевый соус. Добавляем мед. Включаем огонь и перемешиваем, пока мед полностью растает. Теперь выкладываем сюда ребрышки. Доводим до кипения. Когда соус закипит, убавляем огонь на слабый, накрываем крышкой и так тушим минимум 30-40 минут. Пока тушатся ребра, приготовим глазурь. Смешиваем соевый соус, мед, выдавленный через пресс чеснок, растительное масло и кетчуп. Перемешиваем до однородности. Готово. Спустя 20 минут переворачиваем ребра на другую сторону. Накрываем крышкой и уже тушим до готовности. Готово. Снимаем их с огня. Обильно смазываем их глазурью и подаем. Ребрышки по этому рецепту получаются необычайно вкусные, сочные. И как видите, приготовить их очень просто. Обязательно попробуйте, уверена, вам понравится. А у меня на сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, готовьте вкусно!